Всем привет, меня зовут Ника, и сегодня я расскажу вам про KCON. KCON – это комплекс мероприятий, посвященный южнокорейской культуре. В первую очередь, это масштабное событие для любителей именно кей-поп-культуры, потому что там участвует огромное количество айдол-групп. KCON часто проходит в Америке, Японии и некоторых других странах. В этом году он должен был быть первый раз в России, но из-за ситуации в мире его отложили. Также именно поэтому его отменили в других странах и перевели в онлайн-формат. Летний KCON проходит с 20 по 26 июня и идет целый день. Все 24 часа можете смотреть различные видео, эксклюзивные с айдолами, репетиции и, конечно, сам онлайн-концерт. Так как обычно на офлайн KCON проходят различные мероприятия между фанатами и айдолами, типа meet and greet, фансайнов, часто перенесли в онлайн-формат, и чтобы участвовать в различных активностях с айдолами, нужно было приобрести эксклюзивное членство и подать заявки на любимые группы. Лично я подавала на две группы, One Us и On and Off, но попала только на On and Off, KCON-ер, аудиенция, попозже я вам расскажу, что это такое. Вообще, в целом, там было всего несколько ивентов, которые можно было получить рандомным выбором после заполнения анкеты. Это эксклюзивный звонок с айдолами, когда вы общаетесь с ними один на один. Живая аудиенция – это как раз то, что меня ожидает сегодня. И если вам еще очень сильно повезло, вас могли выбрать на интервью во время паузы концерта. У меня, к сожалению, такой возможности не будет, но зато я просто смогу поддержать потрясающую группу On and Off во время концерта и meet and greet. Я уже подготовила себе вот такую вот карточку с любовью из России. Так вот, как я уже сказала, я была выбрана для аудиенции на концерте и meet and greet группы On and Off. В целом ничего сложного, нужно просто подготовиться к тому, что придется очень долгое время сидеть перед камерой. Это все проходит в аудитории через приложение Zoom. У нас есть небольшая репетиция, где мы можем проверить, что наша камера все работает, все в порядке, и ждать. Мы ждем своих артистов, параллельно смотря при этом, как выступают другие. И потом уже, когда выйдет наш артист, за которого мы отвечаем, нас разместят на огромных экранах сцены. Meet and greet, в принципе, похож, но там немножко отличается комната, там есть ведущий и расположение нас как аудиенции немножко другое. Также на meet and greet нет какого-то интервью или видеозвонка, но там участники могут голосовать за победу кого-нибудь из мембров группы в определенном конкурсе. Скоро у меня начнется KCON, и я вас приглашаю побыть аудиенцией вместе со мной. Okay, I'm ready. Это будет моя база для подключения к аудиенции. Также у нас тут есть специальный чат, где мы должны отслеживать, что нам говорит стаф, и выполнять их указания. До старта осталось буквально полчаса. Ждем, волнуемся. На самом деле я немного переживаю, что я не смогу попасть на экран, который вокруг айдолов, и меня не будет видно. Ну, посмотрим. Вот, закончился концерт On and Off. Следующее будет meet and greet с ними. Нам сказали возвращаться через 50 минут. Я не нашла себя на каких-то экранах. Там я вообще не уверена, что меня показывали. Немножко обидно на самом деле. Но я надеюсь, что на meet and greet они поменяют экраны, и те фанаты, которые не были показаны до этого, будут показаны сейчас. Посмотрим, что будет.
В общем, все закончилось. Я очень рада, потому что все-таки, как я и думала, на Meet & Greet они поменяли экраны, и меня было видно много-много раз. Я довольна, что я не зря отсидела почти 5 часов здесь. Вот, сейчас я пойду отдыхать и смотреть на других артистов, но уже без камеры и без экрана. Всем пока, спасибо за просмотр этого видео.